Приветики, мои хорошие. Чмоки-чмоки вам. Муа. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. У меня тоже все хорошо. И сегодня мы с вами немножко посплетничаем. Посплетничаем о гламуре или не гламуре. Итак, я тут на днях прочитала новости. Вы читали новости? Нет? Ну так вот, я расскажу. Знаете, это безобразие полное. То, что вот, ну нельзя человеку раздеться. Знаете, нам, людям красивым и знаменитым, без лишней скромности скажу, придется скоро купаться в закрытых купальниках, потому что уже дальше деваться некуда. Везде увидят, везде заснимут, везде защелкают. Просто так щелк-щелк и все. Надо будет сказать мне, моему модельеру, то что мне нужен купальник. Закрытый купальник а-ля 50-е. Полностью закрытый верх. Ну и низ там до коленок, можно до щиколоток. Ну и выжатый кружевами. А еще лучше бриллиантами. Кружева и бриллианты. Муа! Ну так вот, вернемся к этому безобразию. Милейшая принцесса Кейт вдруг почему-то разделась у бассейна. Причем на частной закрытой территории. И мало того, она еще и спинку мужу терла. Нахалка. Ну, мало ей того, что она принцесса, так она еще и спинку трет, а? Ну, что за дела? Не гламурная совсем. Ну, тут же понабежали фотографы, давай фотографировать. Нафотографировали ее молочные железы только так. Во всем и в профиль, и в анфас, по-всякому. Ну и что вы думали? Принцесса посмеялась, мило отшутилась? Сейчас. Не тут-то было. Она очень обиделась. И чуть ли им голову не приказала отрубить. Ну, в общем-то, правильно, я бы тоже так сделала. Но спрашивается, а чего тогда снимала вообще она? Зачем? Хотя, кажется, я знаю. Она решила переплюнуть фокусы своего любимого деверя. Гарри-то он как зажигает. Скачет везде, и нормально все. Ну, интернет, понятное дело, гудит. Народ бабки на этом деле делает. Все правильно. Ну, а Кейт-то чем хуже? Чем она вообще отличается-то от Гарри? Она что, не такая популярная или гламурная? А вот и ничего подобного. Про принца Гарри уже все забыли. А ее... Но зато теперь наша красавица у всех на устах. Я сочувствую нашей любимой королеве английской. У нее очень веселая семейка, с ними не соскучишься, это точно. Так что, чмоки мои птички, до новых встреч!